ребятки, всем привет. Let me see your hat, let me see your hat. Нью-Йорк Янки. Знаете, почему мы в таких кепках? Потому что мы едем на стадион американский, да. Потому что мы едем на стадион Янки. Посмотрите, какой трак интересный. Мне напоминает, что у меня сегодня с голосом? Напоминает какой-то, как жук какой-то большой. А мы, ребятки, зашли в нашу любимую кофейню попить кофейку, что-то перекусить. И на стадион едем сегодня на метро. Муж говорит, там очень тяжело найти парковку, поэтому едем на общественном транспорте. Муж такую вкуснятину кушает. Хлебушек с авокадо и с беконом наверху. Вкусно. А я жду свою еду. Я заказала себе. Ну, в общем-то, сейчас посмотрите. Да, я, блин, попробую. Вкусно, хрустящий бекон такой. Мой кофе готов. Thank you. Вкусно. И пьем холодный кофе. У нас жара. Поэтому холодный кофе в самый раз. Вкуснятина. Кофе взяли с собой, потому что муж торопит меня. Поехали, поехали быстрее. Нам еще надо билетики купить. Мы не купили билеты. Я ему говорила, давай купим онлайн. Нет, мы там купим. Короче, бежим на метро. Вы знаете, друзья, я уже 22 года живу в Нью-Йорке и ни разу не была на стадионе Янки. Конечно же, это бесспорно, это наша достопримечательность в Нью-Йорке. И, ну, как у нас говорится, shame там не побывать, позор там не побывать. Поэтому едем сегодня посмотреть гейм. Если честно, я не разбираюсь в этом бейсболе, не понимаю его. Но и, кстати, мой муж, он доминиканец. Если вы знаете, доминиканцы — это вообще фанаты, любители бейсбола. Но даже он небольшой фанат этого спорта. Так что едем посмотреть бейсбол, или как его называют, американский футбол. Babe, we can go here. Ждем, ребята, наш поезд. По-моему, это он и идет. И добираемся до стадиона. Сейчас посмотрим, какая это буква. Нам нужна И. Да, это наш поезд. Так, ребята, выходим мы на 161-й улице. Остановка так и называется, Янки стадион. И как нам Google Map показывает, от остановки метро до стадиона всего 2 минуты ходьбы. Сейчас посмотрим. Как я уже говорила, я первый раз иду на этот стадион.
смотрите, ребята, станция метро, откуда мы вышли. И вот совсем рядом стадион. Yankee Stadium. Сейчас главное, чтобы меня тут машина не сбила. То я снимаю и даже не смотрю, куда я иду. Надо подождать светофор. По-моему, мы очень рановато приехали. Сейчас, если я не ошибаюсь, 5:30, а игра в 7 часов. Но, как я уже говорила, муж у меня нервничал, что мы билеты не купим. Ну, в общем-то, сейчас все посмотрим, сколько стоит билет, где их тут покупать. Но, как оказалось, друзья, в этот день игры не было. Вернее, она была, но Янки играли на выезде, то есть в другом штате. Поэтому на игру мы в этот день не попали. Но зато мы узнали, на мой взгляд, довольно-таки интересную информацию о вакцинации в Нью-Йорке. Работники стадиона предложили нам интересный бартер. Они дают нам 2 бесплатных билета на следующую игру Янки, а мы за это с мужем делаем вакцину Johnson & Johnson. Как нам объяснили, пункт вакцинации находится прямо в здании стадиона. И после того, как мы сделаем уколы, 2 билета стоимостью $40 каждый будут лежать у нас в кармане. Несмотря на то, что мы с мужем еще не вакцинировались, мы решили отказаться, потому что планируем делать вакцину, которая называется Pfizer. Ребятки, кто смотрит это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, как проходит вакцинация в вашем городе, в вашей стране. Платная она, бесплатная, принудительная, добровольная. Делали ли вы уже вакцинацию? Как эта вакцина называется? Ну, в общем-то, вся информация мне действительно будет очень интересна. Ну что, ребята, печалька. Сегодня, оказывается, нет игры. Я посмотрела расписание, они, оказывается, играют сегодня, но не на этом стадионе, то есть у кого-то в гостях, если я не ошибаюсь, в Бостоне они играют. В общем-то, ошиблась я, и не попадем мы сегодня на игру. И нам женщина там такая хорошая все объяснила, как покупать билетики, так что на следующую неделю мы будут они играть здесь, так что мы уже попадем на следующей неделе на игру. Смеется с меня, говорит. Но только ты можешь поехать на игру, когда ее нет. Ну что, ну так получилось, ошиблась я. Зато какую мы интересную вещь узнали насчет вакцины, а? Даже вам дают бесплатные билетики, чтобы вы сделали вакцину. А мы, ребятки, решили поехать на 42-ю улицу, выехать. Вот мы стоим на 161-й, с 161-й доедем до 42-й улицы. Еще точно не знаем, куда пойдем, но хотим там погулять, потому что там есть что поснимать и что самим посмотреть. В общем-то, ждем поезд метро, чтобы доехать до 42-й улицы. Киевляночка. Ни воровка, ни путана, ни цыганочка. Путана. Выходим, ребята, из метро. Это мы сейчас пройдем. No, it's not. We can go to another exit. Это мы сейчас проходим через наш центральный автобусный вокзал, который находится на 42-й улице. Эскалатор закрыт, поэтому поднимаемся по ступенькам. Ой, спасибо. Давай. Я у тебя тоже старушка уже. Мы
stunning. You're so beautiful. Hello, Manhattan. Hi, Tori. I have one second. Привет, Манхэттен. Пасмурная погодка у нас сегодня. У нас каждый вечер идут дожди. Ну вот просто как по расписанию. 8-9 часов вечера идет дождь. Куда? Куда идешь? Куда идешь? Куда идешь? Куда идешь? На красный свет. I love New York too. Посмотрите, какое небо пасмурное. Ну что, ребятки, немножко вам атмосферы Манхэттена под музычку. Капчагинеге начано. Нан аму мальду хал суга опсотчи. Чоннуне бананданнен иягига. Нол понун сунган иэга дэссо. Мэбон я-я-я-я-я. Бурро нол я-я-я-я. Нэ мамул гобэкарёго. Таймингман бунэн на. Кэрон нарэл он бумё. Вэ кэроняго мунэ но тэмэ. Go, 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, going, going crazy. Мы по Times Square, и муж вот захотел сходить в этот ресторанчик, который называется Havana, говорит, там живая музыка. Я ни разу там не была. В общем-то, пойдемте посмотрим, что за ресторан Havana. Написано: настоящая кубинская еда. Thank you.
нас произошла передислокация. Решили мы из этого ресторанчика, ну, мы посидели там, перекусили, выпили по напитку. И решили мы сходить здесь недалеко, есть русский ресторанчик, называется он Russian Vodka Room. В общем-то, идем на 52-ю улицу, сейчас вам все покажем. 48-я, вот. То есть нам пройти еще 4 улицы. Как вам, ребята, атмосфера Манхэттена? Мне всегда Манхэттен придает какую-то позитивную энергию. У меня всегда поднимается здесь настроение. Underwear, that's shorts. Шортики и футболочка. Shorts. Спрашивают, это трусы или это шорты? Ну, конечно, это шорты. А вот в таких машинках, ребята, продается травка. Вот, пожалуйста, можно свободно купить на улицах Манхэттена дурманящее зелье. Такой интересный ресторанчик здесь. Окей. Зажигалку ему подарила на Father's Day, на День Отца. Теперь ходит блатной такой. А вот, ребятки, впереди уже и русский самовар. Очень популярный ресторан на Манхэттене. Русский, куда мы и направляемся. Смотрите, русский ресторан, то есть русский самовар здесь, а вот русская водка рум. Он говорит, ну пойдем в русскую водку рум, идем туда. Бачата везде играет на улицах Манхэттена. Look, this is Russian samovar. And this is Russian vodka room. В общем-то, они вот два русских ресторана, смотрите, буквально через дорогу друг от друга. Я один раз здесь была очень-очень давно. Look, Russian samovar, Russian vodka room. В общем-то, идем в Russian vodka room. No. Oh my God. Девушка мне говорит, возьмите, что это, семерочка? Да. Чтоб сразу, да? Потому что вы кушать будете. Ну, правильно, правильно? Все правильно. Это будет да. Баланс. Тут баланс. Еда, тут и семерочка. Вместе они тогда играют. Хорошие. Такая интандеры. Атмосфера в этом ресторане хорошая. Я рада, что вам нравится. Откуда вы, из какого? Я из Казахстана. А вы меня снимаете? Ну, немножко. Подождите, это куда пойдет? А, это на мой канал. Подпишитесь, буду рада. Вы меня будете на канале снимать? Да. О май гаш. Что вы будете кушать? Даже живая музыка здесь будет играть сегодня. Can I see what your hat one more time again? Wow, that's for the video, huh? Yeah, for the video. Moldova. Moldova. Moldova, the best. Thank you. There you go.
You're gonna drink that. I have to. When somebody offers, come closer. All right. Okay. I don't know if we need the camera, but cheers for health, huh? That's right. Healthy liver, чтобы huh? все здоровы были. Вот так у нас пьют в Манхэттене, на Манхэттене, в русском ресторане. Go to my nose. You try already? No, you have to drink everything. You have to drink. No, you have to drink everything. It's okay. Next time. Okay. Yeah. Ой, спасибо большое, щеплению не надо. Она ему on purpose говорит, разлил специально, чтобы водку не пить. Ему налили водку, она ему принесла другую. Все, надо пить. Давай. Нет, давай водку. Ура! До дна. Ай. That's my girl.
That one, baby. That one right there.